У нас природа самая красивая. Не говори. Прекрасное место, да. Да. Все, мама, остановись. Природа весной вообще необыкновенная. Все, мам, вот тут останавливайся, останавливайся. Мы приехали на природу. Джесса первая. Смотрите, сколько у нас детей. 1, 2, 3, 4, 5. Маришечка, иди туда, иди. 6, 7. Сейчас, Заюш. 8, 9, 10, 11. Все, что ли? 12, 13. Нас 13? Мусор, сейчас пакетик найдем для мусора. 14. А, и я 15. Нас 15. Круто. Тарзанки сейчас будет две. Егор, ноги подожми, а то они у тебя по земле катаются. Ничего себе, какой он огромный. Вообще здорово. Я руки могла поймать. Да? Вот, вот, да. Поймите ее. Сейчас поймайте ее. Лягушка. Какая сладкая. Покажите. 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 Дай мне. Дай я сфоткаю тебя с детьми. Смотри, лягушка у тебя питает. На, мы видим. Держи, держи, видео идет. Кто это? Лягушка. Бедные дети, как дикари. Бойся. София, подожди. Дай мне. Дай Антону. Дай Антону. Давай ручку ставь. Привет, лягушек, говорит тебе. Привет. Лайка, ты поглазит. Ой. Нет, это не кусается вообще, у нее зубиков нет. Она убежит. Мама! Она не кусается, она просто холодная. И мокрая, наверное. Да, слизкая. Дайте лягушку! Нет, нет! Мама, убери! Мама, убери! Дай мне! Это жаба! Я умываю руки, это не жаба. Дай мне! Егор, сюда, Егор! Это я ее нашел! Егор, ты не увлекайся! Ну не уходи! Егор, дай мне! Красивая. Софа говорит, какая красивая. Вадим, она же очаровательная. Ты что? Она скользкая.
Так, правда красивая? Вот ценители красоты. Что там? Лягуся. Лягуся, хорошая лягуся. Мне листинки золотые. Ну-ка, Тоша, раскачивайся, Тош. А я здесь, а я здесь. Поехали. Поехали. Где сосиски, тетя? Вон они уже. Полин, вот сосиски. Кушать, 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 бежим. Бежим кушать. Егор, можешь мне сломать чуть-чуть твои палочки? Я знаю. Палку надо найти, вон как у Егора. Егор, поищи такие палки детям. Это для пуха. Там дофига их валяется. Сами берите палки. Ищите. Мама, они 3 на километр. Вон, они себе нашли, видишь? Сейчас нет, пока нормально. Кто за мной пойдет за ветками? Я! Подождите, я вас сфоткаю. Дань, жарь сосисочку. Перестарался, все, пора кушать твою сосиску. Ага, все, надо есть. И у тебя красивая сосиска, все, можно кушать. Даня, у тебя уже черная сосиска, ешь ее. Уже зажаренная вся. Даня, не облизывай, откуси. Кусай. Молодец. Бери, конечно. Она еще не готова, нужно долго. Кому нужна палка длинная? Тоша, покажи свою сосиску. Ой, какая красивая сосиска у тебя. Молодец. Осторожней, зай. А у меня вот такая палка. Кому сосиску? Вот она! Мальчики, вы что, сварщики, мальчики? А жарко, просто дым идет. Мама, огонь тухнет. Мама, у меня есть что-нибудь на лице? О, вот кошмар. День, есть. Есть. Полина, ужас, мама, вообще. Полина, ну что вы наделали? Ой, кошмар. Дай. Мам, сделай лицо. А, я хочу вот так, типа, у меня рука вся. След руки. Точнее, картон. А похоже на... А я. Смотрите. Возьми, маму! Возьми! Данечка, кушай сосиску. Кушай. Индейцы так танцуют, да. Да, да. Поля, посмотри на меня. Ты индеец? Да. Молодец. Давай ему еще Ага, вижу. Ну как я не могу? Речку.
Егор, смотрите, смотрите. Боже, помоги. Супер. Егор, сядь. Такие фотки вообще. Детей болтают в машине. Да. Такие моськи грязные, счастливые. Лиза там вообще штормит прям. Лиза актриса, ей нравится прям, играет роль. Супер, конечно. Да. Классно. Новое радио. Я не верю, что Но это не чудовище, это обычное млекопитающее, просто так назвали. Мама, интересно, какое это? Скорее всего, это анаконда была какая-нибудь крупная. Анаконда? Почему у нее лапы? Вот анаконда сохранилась до сих пор. Как у лошади?